Сотрудничество между вузом и предприятиями продолжается. 28 апреля в Оренбургском госуниверситете прошла встреча студентов 3-4 курсов с представителями открытого акционерного общества «Оренбургнефть». Мероприятие открыл проректор по учебной работе Александр Проскурин. Сегодня задачей университета является не только подготовка высококвалифицированных кадров, но и всемерное содействие их трудоустройству, адаптации к будущей производственной деятельности через сотрудничество с предприятиями. Студентам показали презентационный видеоролик, рассказали о предприятии, особенностях работы, а также о возможных перспективах для выпускников ОГУ. Можно пройти у них практику, можно и остаться на работу. Мне кажется, это очень-очень хорошо. «Оренбургнефть» предлагает выпускникам трудоустройство без опыта работы. Эта информация очень заинтересовала студентов. Некоторые из них тут же, не выходя из аудитории, заполнили анкеты соискателей. У нас есть программа наставничества, у нас есть программа, которая работает на адаптацию молодых специалистов и передачу опыта знаний. Это программа мастеров, школа мастеров. Поэтому у нас достаточно большой аспект подготовки и адаптации молодых специалистов. Поэтому я бы не согласился, если человек без опыта работы, он не нужен на предприятии. Нам нужны все для того, чтобы оттуда выбрать зерно, его воспитать, и чтобы из этих людей получились достойные руководители.